Благодарю вас. К сожалению, вам придется отправиться в мир иной. Так или иначе, мы все там будем. Рония и София составят вам компанию. До самого конца. Хочешь убить его прямо сейчас? Или сперва поиграть? Давай растянем удовольствие. Ты бьешь как баба. Больше никакой форы, мальчик. Книги всегда идут на пользу. Ты ошибся катером, дружочек. Как говорит мама, кратчайший путь между двумя точками – это прямая линия.
окунись. Не двигаться, или я вас всех уничтожил. Антидот есть только у меня. Liber conditionis. Верь книге. Кровь невинных на твоих руках. Игра закончена. Год. Меня зовут Аполлон, и я мертв. По крайней мере, по документам Федерации. Я получеловек, полумашина. Андроид. Я обречен на одиночество, выполнение заданий и подчинение приказам. А ведь когда-то я был человеком. У меня была своя жизнь, нормальная работа и свобода воли. И Эния, моя прекрасная жена Эния. Грузовой корабль «Имерек» стал моим домом на ближайшие 5 лет. Пункт моего назначения – планета Торид. Земляне и торидяне собираются подписать договор. Это событие межгалактического масштаба. Liber conditionis. Моя задача – доставить ее торидянам в знак доброй воли. В книге наши ученые нашли символы, напоминающие древние торидянские скульптуры. Фортуна! Фортуна, выдай информацию о книге.